бассейне «Альбатрос» финальные заплывы чемпионата Сибирского федерального округа и Кубка губернатора Омской области по плаванию. Около 300 спортсменов из 11 регионов Сибири прошли жесткую конкуренцию и теперь самые удачливые разыграют медали турнира. Достойные, конечно, есть. И наш регион всегда представляется на чемпионатах сильными спортсменами. И ребята и в призерах бывают, и побеждают, и отбираются в составы различных сборных команд России. В Омске создан Центр олимпийской подготовки по плаванию, в распоряжении которого современный бассейн «Альбатрос» принимает соревнования самого высокого уровня. И здесь все для удобства спортсменов и самой честной конкуренции. Электронная система, которая фиксирует результаты каждого заплыва, суперточная. Ей спортсмены доверяют больше, чем арбитрам. Человеческий фактор исключен полностью. Реакция системы молниеносная. На таких счетах время более точное. Ну, как бы, вот у нас проходил чемпионат края, там ручные секундомеры. Разница примерно полсекунды. Ну, то есть, такие щиты, они позволяют узнать, ну, сколько точно ты плывешь. То есть, то время, на которое ты готов. Дистанции самые разнообразные, от 50 до 1500 метров. Стили также на любой вкус – брас, кроль, баттерфляй. Всего же 4 дня было у спортсменов, чтобы выявить сильнейших, а также сформировать сборную команду Сибири для участия в чемпионате России. 16 золотых медалей завоевали омские пловцы. И это можно считать хорошей заявкой на то, что основу сборной составят именно омские короли лазурной дорожки.